Здравствуйте! Мы продолжаем вязать нашу береточку. Мы закончили круг. Снова набираем 2 петли. Накид. И также провязываем 4 петли в кругу. В этом в одной дырочке 4 петли с накидом. Теперь одну провязываем, снова 2 петли с накидом провязываем. Теперь одну петельку провязываем. И следующую мы будем вязать также накид, с накидом провязываем, снова одну петлю вяжем и еще также 2 петли с накидом провязываем, снова одну петельку провязываем и также переходим сюда, с накидом также вяжем. Получается. Между четырех петель. Вот здесь 2 петли с накидом провязали, одну провязывайте петельку, еще 2 петли с накидом провязываем. И снова мы делаем, одну провязываем всегда между ними в этом ряду. И также продолжаем.
до конца по кругу. Снова 2 петли с накидом провязываем, заканчиваем круг. Одну провязываем петлю. Снова в эту же дырочку еще с накидом одну провязываем. И соединяем. Снова 2 петли провязываем, следующий круг. Снова накид, снова между 4 петлями с накидами провязываем между ними. И также с накидом вяжем 2 петли. Одну провязываем, еще также 2 петли с накидом. И также еще один ряд будем вязать точно таким же образом. Одну провязываем, следующее между 4 петлями с накидами между ними также провязываем. Точно таким же образом получается у нас. Снова одну петельку провязываем. И снова между 4 петлями с накидами. Тоже с накидом, тоже точно таким же образом вяжем по кругу до конца. Этот круг закончим и будем вязать следующий круг узор ананаса.
Ну, провязываем круг, заканчиваем 2, одну провязываем и снова одну петлю с накидом провязываем и соединяем наш круг. Соединили. Смотрите, в следующем уроке мы будем с вами вывязывать ананасы. Как вот, вот здесь. Вот здесь мы начнем уже следующий круг. Такой узор ананаса будет в следующем уроке. До свидания. С вами была домохозяйка Ольга Каштымова.